что, друзья, рубрика «Успеть за 5 секунд, пока не приготовился шашлык» снова в деле. У нас есть два новых игрока, это Витюн и Роджер. Сейчас они будут соревноваться. Я называю категорию, вы должны назвать три вещи из этой категории. Успеть за 5 секунд и нажать на кнопочку. Все понятно? Да. Все, поехали. Три вещи, перед которыми ты не можешь устоять. Время пошло. Перед едой, перед сладкими напитками и перед Генычем. Хорош, успел. Роджер, три любимых сериала. «Викинги», «Спартак», «Доктор Хаус». Так, 1-1. Следующий вопрос. Три любимые игры помимо Dota, Алик. МК, UFC и FIFA. Хорош, успел. Давай слишком быстро. Роджер, ники трех тиммейтов в своей самой первой команде, не обязательно про. Стресс помню только. Все. Время вышло. Нет, у тебя очка. Так. Алик, ники трех тиммейтов. Стоп, по очку. Три героя из первой доты. Пуча, Сеф и Инвокер. Хорош, а кнопочку нажать. Хорош. Так, Роджер, название трех масс ультимейтов любых героев. Ravage, Black Hole и Global. Хорош. Давайте одна кнопочка. Вторая не выдержала напора. Алик, три вещи, которые Роджер любит есть. Шашлык, борщ и шаурму. Котлета по-киевски, дружок. Неправильно. Котлета по-киевски, было. Котлета по-киевски, было. То есть он может назвать что угодно. Было, и было. Нажать, и он успеет. Не-не, я сказал, что я это. Сказал, ладно, было, давайте было. Дальше. Ну, шашлык же любишь? Люблю. Все. Три отговорки, почему ты опоздал на тренировку. Это что? Ну, молча опаздываешь на тренировку. Тебе не нужны отговорки? Нет. Ну, тебе не засчитали балл, к сожалению. Как же я без балла? Алик, три причины, почему проигрываются пабы. Руинеры. Акбайеры и просто играют по фану под пиво. Хорош. Роджер, назови трех популярных русских рэпера. Пас. Это не так играется, ты не можешь просто сказать пас. Пас. Так, нет. Следующий вопрос. Алик, назови имена трех певцов из 90-х или 2000-х. Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Басков, пусть будет. Я забыла, что разбираешься. Нет. Алик, пощади. Роджер, три вещи, за которые могут кикнуть из команды. За плохой шашлык, плохой кальян и... Ну, в принципе, хватит. Пока что я устраиваю команду. Он не успел, и он мне сказал три вещи, но, в принципе, мне нравится ответ, поэтому давай балл хотя бы, чтобы не было вообще по нулям. Так, следующий вопрос. Алик, три блюда, которые ты чаще всего берешь в ресторане. Что? Он не ходит в ресторан. Ты не ходишь в ресторан? Нет. Макфлори, Биг Мак и картошка фри. Ну, это уже поздно, но... Лучший ресторан. Роджер, три блюда, которые ты никогда не закажешь в ресторане. С луком и с луком вообще. Все блюда с луком. Понимаю. Ну, в общем-то, я думаю, тут считать даже нет смысла. Тут в любом случае... Роджер победил, по-моему. Витюн. Спасибо за игру. Спасибо, удачи. Потом, возможно, вы как-нибудь с Флайм сразитесь и узнаете, кто же лучше. Спасибо за игру. Во время пандемии нельзя руку жать. Спасибо за игру. Давай. Да, конечно. Все, мы отмотали назад все наши вирусы. Все, мы пошли есть шашлык. Спасибо большое, что смотрели.